подключить к отмеченной консоли. И я тоже подключусь. Угу. Вот оно что, да? Как только я начну захватывать хабы, тебе нужно быстро добираться от одного до другого. Так, ну и чё, хаб? Блин, я так не подымусь. А, знаете как можно? Можно же вот так вот. Опачки. Вот так вот я и смог. И чё дальше? Так, на, поближе подойти, видимо. Угу. Так, пробел. Чтоб встать. Что это за фигня? Я воу. На месте. Подключаю тебя. Начинаем. И теперь к следующему. Быстрей! Уже иду. Так, доберите до следующего хаба. Пока не истекло время. А куда идти-то на? Никто никогда не признает всю сложность моей работы. Блин, столько времени потратил. Впустую. Так, бежим, 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 бежим. Куда надо-то? Правильно бегу. Черт, Крюгерсек заметили, что что-то не так. Они отправили патруль ко второму хабу. Так, где этот? Куда бежать-то? А, вот же хаб. Так, не получилось, да? Так, успел. Успел. Так. Сейчас это, да? Он что-то каратит, дымный какой-то. Так, этот просто стоит, да? Успели. Я у второго хаба. Подключаюсь. Отлично. Я нам выиграла немного времени. Переходи к последнему. Есть. Так, ну ладно. Тут времени меньше дали. Первые попытки бы пройти бы в идеале. Главное, чтобы охранников там не было. Там что-то было, блин. Ну ладно.
Так, а тут что у нас? Ага, вот оно что. Как все сложно, а? 60 секунд осталось. Быстрее! Да вижу, я вижу. Не дави на психику. Так. Блин, меньше уже. Так, а тут куда надо-то? Где тут эта сама фигня-то? А, вот же она. Тут надо просто пробел. И вот так вот. Готово. Успел. У меня полный доступ. Поезда мои. Теперь ты легко попадешь в осколок. Пластик, есть хоть что-то, что тебе не по силам? Разумеется, много всего. И потом мне придется временно залечь на дно. Все, что я делаю, оставляет следы, и рано или поздно сетевой контроль зацепится. Даже если они дураки. Фух, прошел. Скройтесь. Я так и знала. Засаду на тебя устроили. Уходи оттуда, Фейт. А куда уходить-то, блин, а? А, вот. Нам надо валить. Ой. Да ну нафиг. Такой толпой разбираться неохота. Тут денег скроешь от них лучше. Ты оторвалась, Фейт. Отлично. Кому боялся, что ты не уйдешь, но я в тебе не сомневалась. Так, давайте доступные улучшения возьмем. И набор бегущего, да? Так, искажение и... Ладно, можно. Бой тут. Концентрация так на ходу. Так, легкие атаки на ходу. Тут... А мне надо вот обмен местами. Тогда мы вот это вот приобретем. Позиционное преимущество. А это пока не сможем. Здесь мы уже не сможем искажение и взять. Ну ладно. Пойдемте дальше. Так. Новое задание гид-осколок, да? Так, убежище, логово, пластик. Идите к пластик, да? Ну пойдемте тогда. Быстренько туда перейдем, посмотрим. Еще кого. Так, где? Красавец, пластик, вот же она.
Так, пластики доктора Маэра закончили работу над вирусом для отражения. С его помощью сможете разрушить проект отражения и спасти Икара, доктора Маэру и миллионы других жителей города Зеркал от эмоционального порабощения. Отправляйтесь в убежище пластик и заберите вирус. Сейчас он его затроллит по-любому как-то. А ты не провоцируй его. Да лишь бы он занят был. Готово? Разумеется. Мы не сказали? В главном зале управления осколка стоит консоль. Загрузи туда вирус. Он навсегда повредит несущий сигнал и обездвижит частицы отражения. Тебе просто надо наверх попасть, а остальное пройдет автомат. Более-менее. Просто, да? Это будет величайший бег. Если выживу. Ладно, не будем тянуть. Последний совет. Не умирай. Дело говорит. Почему еще вопрос? Это наш единственный шанс победить отражение. Ну, иди, девочка. Спасай нас. Так, и что там? Теперь нам надо сюда, да? Отправляйтесь на станцию Зефир. Ну тут... Подождите-ка. На халяву-то не удастся пробежать. Но пройдем, как говорится, как есть. Тут недалеко бежать, хорошо хоть. Мы тебе подготовили поезд, Фейт. Иди на транзитную станцию Зефир и лови его там. Я поведу. Еще мы отключили защитные ограничения, так что ты должна доехать до самого осколка. Так, осел в духовке был на полпути, но мы пойдем дальше. Так, и тут куда? Судя по всему, сюда, наверное. Нет, не сюда. Вот сюда. Вот и все. У вас есть вирус, и вы знаете, куда вам надо отправиться. На самый верх самого высокого здания в городе Зеркал. Что ждет вас там? Неизвестно. Будет ли там Крюгер, ваша сестра? Сработает ли вирус? Отражение надо остановить, и вы решили рискнуть ради этого всем. Ради ваших друзей. Ради всех сотрудников, которые даже не подозревают о грозящей опасности. И ради Ноя. Погнали. Подсчетом уже 500 000 сотрудников заказали себе отражение. Первопроходцев теперь десятки тысяч. Абсолютный успех. Оно портит сеть. Оно много чего испортит, если его не остановить. Не в последнюю очередь самих носителей.
Когда Крюгер начнет экспериментировать с эмоциональными параметрами в массовом масштабе, пиши пропало. А, тут можно двигаться. Жаль, что мы этого не увидим. Нет, не жаль, пластик. Город-зеркал — это просто полигон. Если отражение заработает тут успешно, конгломерат сделает его обязательным для всех сотрудников Каскади. Да что ж ты? Оно лишит нас последних отличной свободы. Я что-то тут... Все светофоры сосчитал. Ух ты, какое обалденное здание-то, а? С импеллером каким-то. Ого, сколько народа там. Мы тебя видим, Фейт. Пластик хочет сказать, что получила доступ к нескольким новостным дронам. Мы тебя до самого верха доведем, а потом они мне помогут взломать службу здания, лифты и прочее. Кажется, эвакуируются. Только некоторые. Похоже, они думают, что ущерб можно устранить. Фейт, продолжай бежать, но берегись поврежденных мест. Там стекло ослаблено и может тебя не выдержать. Ого. Прикольно вообще. Понимаю. И начали. Теперь они знают, что я здесь. У них после взрывов уже боевая готовность. Будут стрелять на поражение. А чего ждать на вершине? В зале управления должна быть какая-то охранная система. Найти ее параметры мы не смогли, так что готовься к худшему. Эх, жаль, меня там нет. Зайду. Рад, что ты справляешься. Скорее бы избавиться от отражения. Там другой принцип, ИК. Вирус исказит несущий сигнал. Он отключит на миг, но частицы все равно останутся в тебе. А тут прохладно. Это из-за разницы в плотности воздуха. Я сейчас посмотрела. Содержание кислорода тоже будет снижаться, но до 6000 метров это не проблема. Ой-ой-ой. Так высоко не поднимешься. А что это я вниз-то не успел? Ну погнали еще раз наверх. Тут, значит, надо быстро все это дело делать. Если они отключат несущий сигнал отражения до того, как я туда дойду. Насколько мы поняли, они не видят большой угрозы зданию. Эвакуировалась лишь малая часть, большинство остается. Они тупые. Или мы ошибаемся, пластик? Не может быть, я рассчитала все дважды. Пластик, ты когда-нибудь ошибалась? Нет. Фейт, там откуда ты нашли помехи? Связь может отключиться. Ты иди дальше, мы потом снова выйдем на связь. Там сильные... Так, и что тут надо? Что-то непонятно. Но если я туда прыгну... А. Обалдеть. Тут... Что я... Фу, переживал, тут Карлсон-то можно попасть. И зажует нафиг. Погодите, а это что? А, это просто для поворота? Думал, может, какая секретка есть? А зачем дубинку-то выкинула? Чтобы забраться выше, понадобится трос. Проверь, нет ли рядом точки зацепления. Большой вентилятор. Воу! Можно доехать наверх, Фейт. Прицепись к ней тросом, а наверху потом отцепись. Шу-ху-ху! Обалдеть! Вот это Карлсон! Ю-ху! Американские горки. Это что за нафиг? Фу. Я что-то напугался. Ой,
что так? Чуть не шагнул в пустоту. Тут все прозрачно, ничего не понятно, блин. Еще какие-то мужики тут. Зашевелишься, подъем. Центр, наблюдаем файт-контакт. Ой, и ты тоже туда? Нет, ты решил остаться здесь. А тот так куда-то улетел, бедный, вообще. Блин, вот это, конечно, массивный импеллер. Зачем он только здесь, этот импеллер? Че он, какая его функция? Можешь пройти через вентилятор, Фейт. Я его отключу. Есть, быстрей. Отрубай. Да что-то не отключилось, нифига. А, она один отключила, последний. Фаерволл у них позорище. Такие моя сестра могла бы взломать. А она еще тупее, чем Кума. Черт! Что? Потеряла дрон. Наверное, обломками сбила. Эта секция нестабильна, Фейт. Ой. Вот это дрон ее, блин. Напугал меня. Может, не выйти? Иди дальше. А куда тут идти-то дальше? А, вот же труба, да? Так, я до той трубы-то не допрыгну. Блин. Или допрыгну. Допрыгнул. Тут непонятно еще, блин. Все это моргает как-то. Куда-то я упал. Но я уже сориентировался. Надо, короче, это. Смотреть. А тут куда? Да что ж это такое-то? Как все сложно-то, а? Ух ты, как красиво-то тут. Я дошла до какого-то атриума. Отлично. Там на другой стороне. Можно ее вдаем. Какая-то трава, что-то непонятно. Впервые вижу столько деревьев. Тут красиво. Большинство сотрудников этого не знает, но пресная вода в каскаде быстро становится редким ресурсом. Обидно. Это бы да по всему городу. Здесь вентиляцию сверху. Сверху много на руководит. Эти экранированы. Так, и чё тут? Куда идти?
Опять что ли эти супер трубы? Весело, весело. Так, и какая близлежащая? Ну-ка, давайте допрыгнем до туда или нет? Допрыгнул. Так. Погнали. Сейчас всякая фигня будет опять сыпаться сверху. Так, тут подождем. Что-то летит. Фу, блин, чуть рядом не задело. Повреждено. Так, и что тут? О! Так, аккуратно. Тут реально все очень сильно повреждено. Чем-то мне напоминает это все дело метро 2033. Там тоже на Останкинскую Самый фантастический прыжок. Над бездной, блин. Да ж какая тут высота-то, а? Даже подумать страшно. А Фейт бесстрашная. На лифте прикольно подниматься на ручном. Сколько еще подниматься? Ой, забыл нажать смягчение при прыжке. Когда же это здание-то? Ой! Фу, что-то страшно, тут стекла лопаться начинают. Не отключить вещание? Нет, ты что? Определить уже. Блин. Фу. Кто же эти стекла-то проектировал?